Здравствуйте, ФБВТ, первый курс, первый семестр, информатика, лекция номер два. Мы с вами в прошлый раз разговаривали про что? Про то, как в принципе работают программы, что они работают на компьютере, какие-то общие слова. А сейчас мы с вами будем разговаривать конкретно про язык Python и про обработку чисел, такие классические, скажем так, подходы. Здравствуйте, Здравствуйте. занимайте свои места. Значит, начнем мы с вами. Начнем мы с вами. <coughs> с базового синтаксиса, уж простите, хотя я подозреваю, что вы его знаете. Тем не менее, в языке Python программа представляет из себя последовательность строк. Здесь очень важно деление на строки, потому что конец строки автоматически означает точку следования. То есть что команда, которая там была написана, выполняется. Это означает следующее. Если вы записываете арифметическое выражение, да, то извините, ваше минус 4 уже не входит в это выражение. Мало того, он еще и будет, питон еще и будет возмущаться, что это за отступ тут какой-то лишний. Понимаете? А если вы оборвете свое выражение вот так вот, 2 плюс на следующей строке 3, неважно, где он будет написан, то он тоже вас абсолютно не поймет. С конец строки точка следования. Говорит, где? Все, как выражение, не хватает числа. Поэтому, если вам надо продолжить выражение, а в науке бывает, или там даже в бизнесе бывает, длинное какое-то выражение, извините, берите его в скобки. Либо говорите питону явным образом. Я вот этот конец строки экранирую. Не считается, я пальцы за спиной держал. Понятно? Вот, вот такая штучка не считается Переноса строки тут нету забудь о нем вот значит это раз соответственно есть еще а, кхм, кхм, важный момент который мы обсудим потом но я затрону сразу в питоне вот это присваивание имеет совершенно другую природу чем в многих других языках в школе вам могли это не пояснить или пояснить недостаточно присваивание является в питоне с связывание. Это всего лишь создание ссылки на объект. Объект создается в результате вычислений. Должно быть что-то, что делается, объект изготавливается. Вот в данном случае объект 5 будет изготовлен оператором плюс. Между прочим, перед этим должно быть изготовлено еще парочка объектов. Логика присваивания состоит в том, что у нас появляется имя, которое отвечает за объект, но объект появляется раньше тип зарезервируется за объектом, а не за именем. Вы, наверное, заметили, что я ни разу не сказал слово «переменная». Неспроста. Переменных в Python нет. Это говорю не я. Это говорит, например, Марк Саммерфилд в своей книжке «Введение в язык Python», одна из таких самых известных фундаментальных книжек. Дело в том, что классическая переменная это коробежка такая, в которую мы можем класть значение. Да, вот есть некоторая, вот я прям нарисую коробешечку такую, да, и мы в нее можем класть разные значения. Самое прикольное, что у нее не может не быть значения. Что если коробка пуста, значит там внутри воздух. Да? И вот я могу класть в нее фиксированное количество байт. Да? И еще за ней зарезервирован конкретный тип данных, то есть способ интерпретации. Потому что реально данные хранятся в форме ноликов единичек. Да? И что это такое? Я тут написал байт один да, 8 каких-то бит. А что это за биты? Это число. Целое или дробное. Или это может код символа? Может, это символ? А может, это, не знаю, например, целый байт разных флагов. Первый бит отвечает за право чтения, второй за право записи, третий за право execution. Ну, бывает там, не знаю, у файлов там маска доступа разного, да. И каждый бит за что-то отвечает. Окей. Okay. I think it's a woman. Окей. Okay. Значит, короче. Смысл в том, что интерпретация за самими данными в памяти не приклеена никак. И это уже язык программирования должен все время помнить, вот эта ячейка памяти реальной, она какого типа. И в языках программирования классических у нас, собственно, переменная, это жестко зафиксированное место в памяти, еще раз говорю, из какого-то количества байт, ну, условно, допустим, одного. И язык программирования каждый раз, когда у него есть имя x, то это адрес памяти. Физический, да, вот как где-то адрес памяти. Ну, правильно сказать, виртуальный, потому что он там, неважно. Короче, тем не менее, это адрес и ячейки памяти, выделенной данному вычислительному процессу, да, который подразумевает а, интерпретацию каким-то определенным образом. Естественно, но память, она плотно упакована. Там рядом лежит какой-нибудь Y, да, а это значит, что нельзя в эту коробежку поместить что-то большего размера. Если это футляр для скрипки, в него помещается только но не виолончель. Если мы хотим туда впихнуть виолончель, то есть условно в однобайтовую байтовую переменную хотим вместить двухбайтовое значение, возникает вопрос: подождите, а как? Вот как? Мы, какую половину мы должны обрубить? Да, ту или ту? Как мы это должны интерпретировать? И есть такая штука, что когда у нас в языке C, например, происходит присваивание, кто-то знаком наверняка с этим языком, да? Наверняка то у нас происходит неявное обрубание половины виолончели. Молчаливое такое, Хрязь и всунул. Как знаете, есть ролики, как работает Почта России. вот примерно. да, вот хрясь половину выкинул, молча. То есть из-за этого у нас может потеряться значение числа. Если оно, ну, как достаточно велико там, да, ну, какая-то часть сохранится, может быть. А может быть вообще невозможно присваивание. Потому что присваивание в классическом смысле, даже если они одинакового размера, означает, внимание, физическое копирование информации из одной ячейки в другую. Вот это переменные. То есть в одной ячейке была одна хрень, в другой была другая хрень. Я говорю, x равно y. В классике это означает, мы берем старое значение ячейки, ну, я сейчас его запишу вот так, да, в, 2 в две тетрады, в две четверки цифр, да, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Старое значение x стирается, а y копируется. Значение y копируется в ячейку x. Ребята, в питоне не так. В питоне не так. В классике, в классических условно Паскаль, C++, таких архитектурно ориентированных языках это так. В питоне это не так. Мы вот эту вот парадигму должны, ну не то что совсем выкинуть, но отодвинуть очень сильно. Сказать, это не про Python. Python очень сильно отрывает от, от нас от архитектуры компьютера, как он устроен. Более того, если вы поработаете с числами в питоне, то вы обнаружите, что кроме условной операции, там, не знаю, плюс, да, есть еще операция, ну, умножение понятно, есть еще операция возведения в степень. И если взять туда, в это, в, вписать какое-нибудь большое число, то внезапно окажется, что он переварит это и напишет какое-то число с огромным количеством цифр. И это окажется точным вычислением, безошибочным. Как так? Это ни в какой байт не влезет, ни в 4 байта, ни в 8 байт. Это не влезет. Для хранения такого числа в памяти компьютера надо, ну, как минимум 3001 бит. Питон прожорлив, на самом деле он больше тратит. Ну, почему? Потому что, как сказать, у меня 2 в степени 3000 в двоичной системе счисления записывается как единичка 0000000 3000 ноликов, да? Ну, соответственно, как бы такое число, если в двоичной форме буду хранить в памяти компьютера, то, то могу прикинуть, поделить на 8. Да, давайте я лучше напишу не 3, а 4. <laughs> ну, Как-то не очень удобно, да? тысячи штук. Значит, что делим на 8? Остается 500 байт. Правильно? Как минимум 500 байт. Люди, один, одно целое число в Python занимает на самом деле минимум 28 байт. А сколько такое будет занимать, это еще надо спросить. Есть механизмы, интроспекции, которыми питон можно спрашивать. Вот, сколько там, соответственно, байт занимает этот объект. Но смысл в том, что э, очень сильно оторвано от реальных компьютеров. Если int в языке C++, он желательно того размера, который на этой архитектуре, то есть если компьютер 32-битный, то int будет 32 бита. А если... Компьютер 64-битный, то, ну, на самом деле в C там уже оставляют, в какой-то момент там, там 32 так и оставили. Но, скажем так, стандартным для процессора стандартная ячейка является уже 64 бита. Потому что там вот базовые штучки называются регистры, которые арифметические, ну, базовое вычисление, которое делается за один такт, оно делается сразу 64-битными числами. У современных компьютеров вот этого поколения. Значит, так вот возникает такая штука. Питон говорит, так, меня архитектура не интересует, давайте лучше числа делать целые с длинной арифметикой. Ну и будем эмулировать работу с ними, эмулировать. Не пользоваться всеми ускорениями процессора, естественно, из-за этого язык будет работать медленнее. Но для математических вычислений это проще и правильнее, ну, чтобы вы не упирались в какой-то предел. Потому что когда у вас фиксированное количество бит, то у вас будет максимальное число. А самое прикольное, что после этого максимального числа, вот если в одном байте рассуждать, да, максимальное состояние 255. А дальше как часики? У нас нет в этой аудитории часиков, но вы себе прекрасно представляете, да? Вот стрелка часиков. Вот она крутится. 1, 2, 3, 255. Я сейчас беру беззнаковые числа. Но очевидно, что когда стрелка прокрутится на 255, плюс 1 будет... Да. И еще раз, переменная означает, что я могу ее менять, то есть менять состояние ячейки. А теперь еще раз вернемся, собственно, к модели данных Python. Я чуть, видите, параллельно чуть-чуть немножко про другие вещи стреляю. А теперь к модели данных Python. Как на самом деле будет вычисляться вот это выражение, которое я тут писал? 2 плюс 3, x равно 2 плюс 3. На самом деле, в начале должно быть прочитано выражение справа, в этом выражении Питон, синтаксически его анализируя, построив абстрактное синтаксическое дерево, видит операнда, оперант, операция. Сейчас приоритет за вот этой операцией. Но чтобы ее вычислить, эту операцию, мне нужно вначале вычислить оперант номер один, потом вычислить оперант номер три. Вы скажете, зачем вычислять? Ребята, у него текстовый файл для того, чтобы выполнять. А чтобы начать вычисление, должен быть уже объект типа int, ну в данном случае, эта штуковина называется лексема. И вот эта лексема, и вот эта лексема. Эта лексема относится к операторам, а эти лексемы относятся к а? К константам в данном случае конкретно. А это лексемы. Лексемы делаются при синтаксическом разборе, когда они типизированы. Так иначе я бы назвал их токенами. Да? То есть у меня выражение на самом деле 5 токенов, включая вот это. Но я сейчас разбираю только правую часть из них являются чем? Литералами чисел. Простите меня, пожалуйста. Пусть прозвучит это слово. Литералы чисел. Они написаны в десятичной системе счисления. Их надо интерпретировать. То есть компьютеру надо... Он на самом-то деле не работает в десятичной системе счисления. Для него вот эта вот штуковина, вот эта вот штуковина, да, то, что я тут написал, для текстового при считывании из текстового файла, это, так, сейчас извините, 48 плюс 3, 51, 51 это, сейчас как мне проще это сделать, 32 плюс 19, поехали, значит, это будет 0, 0, 1, 1, так, и осталось, так, 19.06, 0, 0, 1, 1. О! То есть вот эту штуку он воспринимает вот так. Это символ 3 в кодировке uh, UTF-8 ASCII. Он вот так вот. Я мог чуть-чуть ошибиться, но не суть. Понимаете, да? Где здесь смысл 3? Ему надо создать объект, который помнит свой тип, что он целое число. Ему нужно а, соответственно, перевести в двоичную систему счисления как-то, да? То, что он хранит в двоичной системе счисления числа. Хотя это и питон. Хотя, еще раз я говорю, там длинная арифметика, более сложное хранение. Я бы на C++ я бы сразу сказал, что это должно будет превратиться в 4 байта, если бы это был C++, то я бы сказал, это должно будет превратиться при синтаксическом анализе и разборе конкретной лексемы, должно будет превратиться вот в такую штуку. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, и все это нули. Как оно в питоне, неважно. Но смысл в том, что двоичное состояние тройки – это 1,1. Да? Ну, естественно, с лидирующими нулями. То есть в конечном счете, условно, вот, вот это должно как-то вот природиться вот в условное вот это. И получается, что увидев какой-то, какой извините, литерал числа, питон занимается вычислением этого объекта. Понимаете? Его нужно вычислить, чтобы объект появился. Поэтому, когда в выражении встречается литерал числа, это уже подразумевает вычисление. Понимаете? Уже подразумевает вычисление. Кроме того, кто сказал вам, что числа записываются только питон, понимает литералы только десятичной системы счисления? Нет. Он умеет понимать вот такие литералы. 0b11. То есть, оказывается, в самом синтаксисе или, скажем, лучше сказать, грамматики литералов, чисел, есть некая специфика. Я могу написать 0b, это тоже целое число, это 3. Это 3, он это умеет. Более того, если я захочу, вот если я очень, ну, я могу лидирующие нолики намалевать. Я могу поставить подчеркивание прямо в середине числа. Эти подчеркивания игнорируются. Они нужны для удобства. То есть, если вы пишете какое-нибудь число, там, не знаю, 1, 2, 3, подчеркивание, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ну, условно, взяли по тысячам, разбили. Эти подчеркивания, они допускаются в литералах чисел, игнорируются, это с какого-то момента ради удобства ввели. Можно, не знаю, там, на знак может быть, между прочим, да, то есть, можно оператор бинарного минуса, но может быть, тут написано минус, минус, ну, в смысле, минус уже унарный к числу относящийся, да. Почему нет? Существует такая операция минус унарный. Да? Взять и обернуть число в обратную сторону. Взять негативное по отношению к нему. Так вот, получается, что, как видите, да, литерал числа требует вычислений. Но это же хорошо, это порождает новый объект. Итак, у нас породился объект 2. Левый, левый оперант плюса вычислен. Нужно вычислить правый теперь оперант. Он его распознает эти символы, интерпретирует, соответственно, создается уже питоновский объект 3. Обратите внимание, этот объект попадает в базу данных Python. Вот государство ведет реестр недвижимости. Да? И там все здесь занесено. Где, какой участок, за кем, какие там права использования, да? сколько налогов собой сымать, какая его оценочная стоимость висеть. Короче. У питона каждый объект на самом деле имеет свой номер паспорта, ID, идентификатор. Мы его не знаем, он длинный. Зачем это надо, спрашиваете вы, а затем? Вот оператор плюс получает, оператор плюс это действие, которое необходимо сделать с этими уже объектами. В результатом этого плюса, я его в кавычки вот так возьму, является порождение еще одного объекта. Естественно, с каким-то своим идентификатором, ID, да, с каким-то своим номером паспорта. Значит, эм, числится он в базе данных Python, после чего в пространстве имен моего модуля при вычислении оператора присваивания, который, напоминаю, ничего никуда не копирует, появляется имя x, поскольку раньше его не было, оно новое появляется. Если это, скажем так, пространство объектов, ну, скажем так, база данных объектов, и она для данного интерпретатора, она единая. То есть все объекты хранятся в одной куче. В прямом смысле слова, потому что хип, куча называется, да, куча, динамически выделяемая память, потому что под объекты питон память выделяет не сразу, когда интерпретатор запустил, он говорит, ну, сколько мне надо, не знаю, мегабайт 100. А вы захотели потом создать число, а даже одно число, если оно очень длинное, оно может быть сотнями мегабайт в Питоне вполне. Одно целое число бывает очень длинным, если уж очень захотеть. Да? Так вот, э, и, а вдруг вам понадобилось создать объекты большего объема памяти? Так вот интерпретатор в Питоне, он не будет смущаться, ой, у меня не влезает, он пойдет просить к своему условному государству, к операционной системе, скажет, да еще памяти, да еще, да еще. Он не зарезервирует сразу запас. Он занимает интерпретатор столько памяти, сколько надо, довольно скромно, но когда понадобится, он каждый раз бегает и говорит, да еще, да еще, операционной системе не жалко, память бесплатная, за нее пользователь платит, она ее дает. Соответственно, вычислительный процесс, простите, что я так долгое. <свы> раздражение 2 плюс 3, но очень много говорю по сути, постарайтесь это улавливать. Так вот, что в результате? У нас Имя X начинает ссылаться на объект 5 по результатам этих вычислений. Но, как вы понимаете, если у государства все время просить, даже если, что называется, бесплатно, а не отдавать, что произойдет? Дело в том, что объем памяти на компьютере в конечном счете конечен. 8 гигов, 16 гигов, 128 гигов, я не знаю. Но он конечен, то есть есть некий лимит. И несмотря ни на какие подкачки и так далее, все равно лимит будет существовать. Ну, подкачка, когда на жесткий диск там сбрасывают, все равно есть некий разумный лимит. И вот вычислительный процесс, который все время берет и берет и берет память, да, как, например, ведет себя язык PHP, там сам интерпретатор течет. Так вот, он, вот он, вначале он хватнул какое-то количество памяти, которое ему надо. А потом начинает, раз взял, но не отдал, раз взял, не отдал, раз взял, не отдал, дай мне еще, дай еще, дай еще, дай еще. И в итоге обязательно произойдет момент, когда он, его запросы превысят лимит. Это называется вот такое поведение. Это, это я как будто как бы от времени рисую. Значит, это, как если бы я заглянул в системный монитор. В системный монитор. Это называется утечка памяти или по-английски memory leak. Это очень неприятная ошибка. Она не такая критичная, как бывает... Там не знаю, есть ошибка segmentation fault, ошибка сегментации. Когда вычислительный процесс взял и, а, как называется, рванул пытаться залезть в память другого процесса условно. Но все равно этого не может, не имея полномочий. Операционная система просто говорит, что с ума сошел, по башке. Segmentation false снимаю с отдавай все ресурсы сразу. Вычислительный процесс лишается всех ресурсов, пользователь получает сообщение. Даже не то, что программа не отвечает. Программа не отвечает, это еще мягкая ситуация, мы сейчас не рассмотрим. А вот именно что, просто сразу. Что за псих? Операционная система снимает с вычислений. А memory leak... Она не, вроде не некритичная, жлоб, который все тащит, 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 и вот, вот он уже не может, да? сам не гам, другим не дам. Вот. Но естественно, что если, это, если сам вычислительный процесс существует недолго, то утечки допустимы. Ну, плохо, ну ладно. В том смысле, что ну, мы его просто прибьем, через 2 секунды он закончится и вся память освободится автоматически. Потому что нет наследования. Ни ресурсы, которые вычислительный процесс себе нахапал, файлов понаоткрывал, там, не знаю, сетевое соединение установил, памяти себе 2 гига отожрал. Это все равно все уничтожится, как только уничтожится процесс. kill процессу пришел, операционная система. Все свободно, берите, кто хотите. Она занимается разделением ресурсов главная функция операционной системы, кроме распределения полномочий, кому что можно, кому нельзя, защиты взаимных процессов друг от друга, это еще и разделение ресурсов, потому что физический компьютер обладает какими-то ресурсами, сетевым соединением, еще раз там жесткий диск там, и так далее. Она должна помогать обращаться к этим ресурсам и распределять их более-менее как-то равномерно, более-менее справедливо. А утечка памяти получается, вот мы такого вот Естественно, чем это заканчивается? Сисадмин приходит, находит этот вычислительный процесс, убивает его, удаляет эту программу, да, жалуется на нее на форумах, и люди перестают ее там, не знаю, покупать или использовать. Ну И вообще, даже если вы написали сами, то для серверных решений, для долго работающих программ, а какие-нибудь, не знаю, это биржевой бот, ну, я так условно, да, это долго работающая программа. Утечки – это вещь плохая. Понимаете, да? Вот надо от этого избавиться, надо, чтобы программа как-то чистила память. Если это будет C++, заменяйте, ребята, ручками сами, следите за памятью сами. Ну ладно, там тоже есть некие механизмы всякие умные указатели. В Питоне, как и во многих современных языках программирования, It is too loud. <coughs> есть борщик мусора. И вот ради этого сборщика мусора ведется идентификация этих объектов. Мало того, еще и подсчет количества ссылок. Еще и подсчет количества ссылок. То есть каждый объект, мало того, что он еще и помнит, сколько ссылок на него. И если на него ноль ссылок, если на него ноль ссылок как вот для этих временных объектов, то в тот момент, когда произойдет точка следования, например, конец строки или точка запятая, ага, она есть в питоне, хоть ей и не пользуются люди, это ну как-то так странно, мой питон, но можно написать несколько команд в одну строчку, разделив их точкой запятой. Не советую. Как, ну, не тот, не тот стиль. Вот. А у этого, благодаря присваиванию, появилась одна ссылка на него. И этот объект знает, что на него ссылаются один раз. Так вот, как только пришла точка следования, приходит страшный злой гарбач-коллектор в, в этом образе Лангольера и съедает эти объекты, очищает память, возвращает операционной системе. Поняли? Таким образом, это называется автоматическая сборка мусора. Это сборщик мусора, да, автоматическая. Или гарбач коллектор. Поэтому, именно поэтому мы спокойно пишем, пользуемся памятью, создаем объекты и никогда не думаем об их удалении, очистке. Просто перестань ссылаться на объект, и он перестанет существовать. Забудь о нем, как в мультфильме Тайна Коко. А, кто смотрел? Смотрели мультик «Тайна Коко»? Очень хороший, потрясающий просто. Посмотрите, кто не смотрел. «Тайна Коко» называется. Мультик про, как это сказать, самостоятельность по отношению к семье. Установление такого, да? И в то же время он одновременно при этом еще и про семейные ценности. Удивительно. Так, значит, что я сейчас стираю? Все, да? Нет, не стирать, стираю. Значит, я сказал вам, пока что про присваивание и поговорили про ссылочную модель. Ее обязательно надо смотреть на практике. Ее надо обязательно смотреть на практике. Какой самый примитивный алгоритм я могу вам сейчас написать? Ну, давайте я сотру вот это вот 2 плюс 3 и напишу пока что просто x равно 2. А y равно 5. Самый примитивный алгоритм, ребят. Знаете какой? Обмен двух переменных значений. Я такой, окей, x равно y, y равно x. Ага. Ого. Я сейчас что сделал? Я, Давайте вначале в классическом варианте, как это люди а в, а, в случае переменных, как это происходит в языках программирования. У меня была ячейка, в которой хранилась двойка, была ячейка, в которой хранилась пятерка. Я присваиванием x равно 5 перезаписал двойку пятеркой, то есть состояние 2000010 было переписано на состоянии 00000101 все Со двой, состояние двойки больше нет и второе присваивание просто копирует взад эту пятерку смысла в нем уже нет естественно поменять местами ну окей я убью пятерку двойкой ничего хорошего да? а, теперь давайте сразу чтобы далеко не уходить я все-таки начну вводить вам а, питоновское понимание чуть-чуть отличается. Итак, у меня был создан объект 2, на который типа int, на который ссылалось имя x. У меня был создан объект 5, типа int, на который ссылалось имя y. После этого я говорю x равно y, тем самым у меня имя x начинает ссылаться на пятерку, перестает ссылаться на двойку. Переходит сборщик мусора, съедает двойку дальнейшее присваивание обра... ссылки обратно, да, я с y начинает ссылаться туда же, куда x, но он и так туда ссылался, оно уже тоже бессмысленно. Короче, я оказывается, что ситуация похожая, результат тот же самый, и алгоритм этот не работает. То есть вот так поменять две переменные значения нельзя. Давайте я сейчас я нарисую в классическом все-таки варианте, а питоновским, если надо будет потом обсудим. То есть условно Ячейка X содержала двойку, ячейка Y содержала пятерку. Неправильно для питона так говорит, ну пусть так будет. Какая логика? Мне надо каким-то образом вначале спасти старое состояние этой двойки. Да, мне надо его куда-то спасти. И вот я возьму, заведу третью ячейку. Часто приводит пример, как два стакана. Стакан чая и стакан молока. Мне надо поменять местами молоко. Я не могу это сделать. Да? Мне нравится информационный подход, потому что тут у тебя что-то начнешь переливать, у тебя пропадает чай отсюда. В информации, при копировании информации, информация не пропадает. Это скорее две флешки. У меня здесь фильм «Матрица», здесь «Терминатор». Да? Мне надо перезаписать их на правильные флешки. Неправильно записали. Да? Соответственно, я не могу записать туда, пока у меня не будет третьей флешки пустой, на которой я могу временно сохранить это. Да? Ну вот, короче, я перекладываю это состояние сюда, после чего у меня старое состояние x сохранено, я могу перезаписать его, да? я в x могу положить y, тем самым я перезаписываю, теперь там 5. После чего я в y должен положить старое состояние x, которое хранится в переменной темпе. Я могу его развернуть, вот этот цикл, что называется, в другую сторону. Только что мне какая разница? Вопрос в том, что имя лишнее валяется и мешается мне. Слушайте, в питоне есть возможность имя прибить. Ну, если я хочу убить объект, для этого надо убить имя. Иногда бывает, редко это бывает нужно, но тем не менее существует возможность DLTMP. Еще раз, это не удаляет объект. Это удаляет имя из пространства имя. Но как вы понимаете, если на объект больше никто не ссылается, он будет уничтожен сборщиком мусора автоматически. Прекрасно. Классический алгоритм обмена переменных через третью. Но я на этом не хочу остановиться. Где? Тряпка. Вот она. А, я не хочу на этом остановиться. А почему бы мне не предложить альтернативный алгоритм? Я заведу себе две переменные: ТМП1 и ТМП2. У меня есть стакан с чаем, стакан с молоком. И два пустых стакана. Я беру стакан с чаем и переливаю накрест вот туда. Да? Стакан с молоком, накрест сюда. После чего я беру два пустых стакана и переливаю вот так. Записываем. Я беру, я не буду присваивать x, y значения, там были условно 2,5. Сам алгоритм. Я кладу в темп1. А давайте лучше так. В TMP, сейчас, да. В темп 1 я кладу Y в тмп 2 я кладу x. После чего в x я кладу темп. Чего получается? Темп 1 в y я кладу тмп 2. Здесь уже перехлеста не, не надо делать. Я прошу прощения. Ванюш, yeah. don't Иван, do Стоп, your actions, no. Иван, look, the hair lost his sock. Oh, can you wear his him? Can you put on the sock to the hair, to the hair's leg? Oh. Okay. Расспросите меня. нафига? У меня было три строки, три действия. Я увеличил количество действий. С точки зрения асимптотики я творю беспредел. Да? Вы так думаете. А вы, вы кто? Вы бизнесмены, менеджеры. Ну, зачем будете, да? Вы должны управлять людьми. Вы же понимаете, что бывают интересные разные истории, разные ситуации. Когда ты управляешь людьми, у тебя часто бывает не один человек. Это мы мыслим, что у нас один человек. И он последовательно, вот этот алгоритм, он предполагает жесткую последовательность. Не дай бог выполнить не в том порядке. Вначале в x положить y, а потом в темпе скопировать их. Все, x уже испорчен, нет смысла. да? Очень важна четкая последовательность действий. А вот здесь... Я могу вот эти действия поменять местами, и ничего страшного не изменится. И эти тоже. А еще я могу их выполнить параллельно. Представьте, что я нанял двух рабочих. Это реально два не знаю, бочка с нефтью, не знаю, бочка с дистопливом, условно. Да? Они стоят не, на неправильных местах. У меня есть пустое место, куда я могу не знаю, цистерны. Я могу их условно перекачать. Да? Перекачка занимает время определенное. Да? И я такой говорю: так, окей, вот у меня пустая цистерна, я сутки качаю из одного в другой. Ну, Большие же бывают всякие штуки, да. Сутки качают туда, потом сутки качаю эту туда, и потом сутки перекачиваю это туда. Да? А теперь смотрите: у меня есть сразу две пустые цистерны, огромные, да. И я говорю: так, перекачиваем из этой туда, из этой туда, параллельно! Вот это действие может быть выполнено параллельно. Слушайте, э, э, я сейчас напишу: Питон не сделает это быстрее, но саму идею вы должны почувствовать. Я могу в темп 1 запятая тмп 2 присвоить значение yx. Что это такое? Это что такое? Это называется множественное присваивание. Но я сейчас хочу, чтобы мы пошли дальше, чем сам Python. И вы осознали, что мы можем это сделать условно не за трое суток, перекачку, да, вот этих вот, да, а за двое суток. Да, нам понадобится большее количество людей, да, то есть нам нужно... Коллектив там, коллектив тут, который будет заниматься этой транспортировкой. Но мы можем это осуществить параллельно. В две цистерны перелили, соответственно, а потом в XY я кладу темп 1, темп 2. Йо-хо-хо! Все понятно? То есть оказывается, да, что иногда вроде бы большее количество действий, а у нас есть ресурс параллельности. Слушайте, очень жалко, что у нас э, курс по выбору про параллельность совсем канул в лету. Но знайте, что изучение алгоритмов параллельных вычислений очень сильно помогает в управленческом мышлении. То есть вот вы лучше понимаете, что вот потоки исполнения они друг другу должны передать, когда они могут зависнуть. Проблема там двух китайских палочек сидят два китайца, им нужно чтобы покушать, э, собственно, две палочки. Я просто сейчас вот упомяну этот момент, и все. Нужно две палочки. У них тарелка с рисом, ее достаточно, чтобы оба наелись, да, и две палочки. Они такие, значит, один успел схватить одну палочку, а другой другую. Один ждет, когда другой вернет палочку, чтобы поесть. Другой тот ждет палочку, чтобы поесть. Они все вошли в дедлог. Все, они никогда, эти два вычислительных процесса никогда не закончат. Это люди, они как-то договорятся, скажут, давай ты, я, да, ну тебе в морду. Вот. А вычислительные процессы повиснут навечно. И вот эта проблема, одна из проблем, связанных с параллельными вычислениями. No, don't take my key. No, it is not. Yes. Yes, finally. But not too loud. Короче, давайте вперед. Давайте вперед. 9.40. Нормально двигаемся. Ничего. Не то чтобы быстро, но про самое главное. Итак, а теперь смотрите. Есть к этому маленькое дополнение. Дело в том, что я, у меня возникло два имени, сейчас мне их нужно оба прибить. Ну, в смысле, то есть они мне больше не нужны, они загрязняют пространство имен. Уборку какую-то бы сделал. На самом деле обычно имена не чистят в пространстве имен, но а, ну, потому что имя есть, не просят. Имена, они условно бесплатные. Они не, не занимают в памяти слишком много. Это объекты бывают громадные, а имя и имя, имя, там, имя и ссылка. Все. Вот, а поэтому не запариваются, главное, чтобы имя было понятное, человек читал и понимал, что, что происходит. Тут, ну, зачем они мне нужны? Могу ли я сделать вот так? И вот оказывается, что да. Вот просто подождите, подождите. Ну, кто такие XY, темп 1 темп2 еще было понятно. А кто такой А? Неправильно, нет. В питоне все объект, число тоже объект. Кортеж, абсолютно верно. Вот если я спрошу у А, а кто, то есть я вот, вот у меня остался этот А, я спрашиваю, ты кто такой? Да, я же в питоне могу спрашивать у переменных, ты кто такой? Я говорю, ты кто такой? И он мне скажет, я класс тапл. Да, ну, если я сейчас вот как в интерпретаторе спрашиваю, он скажет, я вообще-то кортеж. Кортеж, тапл. Вот. Соответственно, множественное присваивание по сути является кортежным присваиванием. У меня вот здесь вот происходит автоматическое заворачивание в кортеж. Я вот так скобочками беру. И это ничего не портит. Это тоже будет тот же самый тапл. То есть я могу взять вот тут скобочки. На самом деле и тут могу взять скобочки, тоже ничего не испортится. Ну вот. Но то, что происходит здесь, оно еще как-то можно сказать, ну окей, питон дорисовывает круглые скобочки, если видит, что они нужны, и делает тапл. То есть тапл возникает автоматически там, где несколько чисел написано через запятую. Очевидно, что нужен тапл. Берем круглые скобки, вот он тапл. Да? А вот это что такое? Вот это самое интересное. Это разворачивание кортежа. По сути, unpacking. Unpacking. То есть у меня кортеж может состоять из двух, а на самом деле трех, четырех, пяти, сколько надо. Ссылок на объекты, скажем честно, да? и кортеж может разворачиваться в м -м, кортеж имен. Кортеж имен это не кортеж объектов, да, но тем не менее питон понимает, что... Самое прикольное здесь то, что оказывается я могу реализовать по итогам питоновское обмен переменными вот так. x, y равно y, x. Многие этим пользуются. Мало кто понимает, что это на самом деле присваивание по сути через две дополнительные переменные. Понятно? И это другой алгоритм, не тот, который вот, не знаю, в Паскале, в Си, там вам учили в школе. Понятно? Это вот, вот этот вот. Ладно, но в питоне все так делают. Да? Это по сути называется swap, ну по сути называется swap, хотя в питоне так обычно не пользуются. В C++ такая специальный оператор, функция такая swap, поменять местами значения двух этих, да, и он это делает каким-то стандартным образом. Вот. А здесь мы делаем вот так. Питоновский вариант заворачиваем и разворачиваем, на самом деле интересен своей большей универсальностью. Если я хочу там три переменные прокрутить некоторым образом да? Вот у меня была переменная А, условно, в ней было 1, прошу прощения, B, в которой было 2, C, в которой было 3. И я хочу, чтобы в А лежало то, что лежало в B, в B то, что в C, а в C лежало то, что раньше лежало в А плюс в B. Я могу написать так, А, B, C равно, так в А должно лежать то, что раньше лежало в B, в B должно то, что раньше лежало в C, да? Оно, соответственно, то, что раньше в С, попадет в Б. Да? А то, что раньше лежало в А и в Б, должно просуммироваться и лечь в С. Знаете, что напоминает? Такой повар-профессионал. У него вот эти два стакана, мы у него два, две сковородки два блина. И он такой ух, подкинул и поймал накрест. Да? Только тут еще и не накрест, а целое вот тройное переключение. Но это как будто бы происходит параллельно. На самом деле не параллельно. Питон очень последовательный язык, там есть <как> ограничения, связанные с... Это сейчас не важно. Важно то... Ладно. <как> важно то, что это как бы параллельно. Ну, то есть как будто вот это все вначале вычисляется, а потом закладывается поэлементно вот сюда, распаковывается в эти переменные есть еще одна интересная штука на самом деле вот эта распаковка может происходить с любыми итерируемыми объектами да мы сейчас все с числами до да с числами с числами до да с числами а дело в том что есть и не только числа из самых базовых вещей которые только есть есть строки и от них никуда не убежать. Сейчас мы очень, очень коротко про них поговорим, как о примере итерируемых объектов. Я возьму строку, в которой будет написано ABC. Что я могу делать с этой строкой? Первое. Я могу ее, я знаю, сколько в ней символов. Ну, я могу это переспросить, но я просто сейчас глазами это вижу, потому что это литерал строки. Кстати, о литералах. Я уже с числами показал, что они могут быть разными, но при этом реальный объект задается один и тот же. Да? Ну, например, 0b11, 0b000, подчеркивание 0011, или просто 3. Это все тройка, по сути, да? объект равный тройке. Со строками та же история. Я могу строку окружать кавычками, а могу апострофами. Можно. Я могу к этой строке приписать слева буковку R от кавычки или от апострофа. Это, конечно, кое на что влияет. Сейчас не скажу, не буду говорить вам. Могу приписать буковку F форматированные функциональные строки. Сейчас это тоже, это ни на что не повлияет, потому что нет никаких, никакой специфики внутри, там все слишком просто, там только обычные символы. Нет ничего особенного. Я могу написать тройную двойную кавычку, и это тоже литерал строки допустимый, тоже есть своя особенность. А именно, вот это литерал многострочной строки. Если я хочу стихи с переносами строк, то я могу, соответственно, на питоне вот эту вот штуку отложить. А, Б, C, D, Е, e, F, G, H, И. Правда, если я такой литерал строки выведу на экран, да, ну просто я там ну, выведу на экран и вижу сразу три строки. Вот. А если я выведу на экран его репрезентацию, это очень прикольная возможность, тоже такая. Питон, а ну-ка мне расскажи ко мне про эту строку, как ты ее видишь как литерал. Как бы ты ее описал как литерал. Ну, я хочу это, это записать к себе в программу как константу. То он в этом случае вам распечатает это в одну строчку, в одну строчку. С, вот я сейчас напишу комментарий. Это комментарий однострочный. Все, что после решетки, интерпретатор на это закрывает глаза, говорит, этого просто нет. Значит, он вот так это запишет. A, B, C, касая N, D, и e, F, касая N, G, H, I. Что это такое? Приносил. Это о невидимого символа New Line, новая строка. Дело в том, что он вообще-то в текстовом редакторе так и выглядит, как вот в этом литерале многострочной строке. Тут, собственно, перенос на новую строчку. Да? Но когда мы пишем строку, когда мы программируем, нам надо в литерале строки как-то явным образом записать символ, переноса строки. И чтобы это сделать видимым образом, мы пишем его значком экранирования, вот эта косая черта, и буковка N. Такие невидимые символы, которые на самом деле существуют в кодовой таблице, имеют свой смысл, их много. В, даже в американской стандартной токировке 32 штуки. Это только один из них. Есть еще один, табуляция, косая Т Если я не ошибаюсь, код 8. Но неважно касая Т, это его, как сказать, именно овеществление в рамках программы. Но бывает такая специфическая ситуация, когда вы хотите по какой-то странной причине пользоваться операционной системой Windows. Не пользуйтесь ей, поставьте Linux. Вот. Но если вы хотите себе сделать какой-то путь, и вы записываете строку C, двоеточие, касая, не знаю, темп, касая new.txt, то как вы думаете, сможете вы открыть этот файл по вот этому, по вот этому пути? Здесь у нас будет восприятие как экранированная табуляция, экранированный Enter, то есть не, операционная система не всечет. Мне надо, чтобы эта штука значила косую черту. А этот да, есть вариант какой. Есть еще один символ: это backslash backslash. Backslash backslash интерпретируется как один слэш строки. Понятно? Но если я не хочу бежать по всей строке эти слыши наставлять. Есть еще один вариант. Добавить буковку R в начало. О, теперь вы знаете, что такое R перед кавычкой. R — это отключение экранированных последовательностей. Теперь невозможно будет сюда вставить табуляцию и перенос строки в такую строку, но зато он будет воспринимать касая Т как касая Т. Так что, как видите, интересная штука литералы, но... Нам сейчас, да, FF мы отодвинем перед строкой, очень полезная штука. Я рассказал про литералы, вы что-то поняли? Замечательно. А теперь возвращаемся к ABC. Но не то, что в первом классе учат в английских школах. Не алфавит. А вот эту строчку ABC. Она является итерируемым объектом. Что это означает? Что я могу ее распаковать. Итерируемый объект поддается распаковке через множественное присваивание. У меня из нее можно как это как, доить, как корову да еще да еще да еще и она отдала у меня количество объектов в этом кортеже равняется количеству переменных оно идеально легло то x будет равен a y b да? z будет равен c а что произойдет друзья мои если там окажется еще немножко буквок d F. Да даже одна буква D достаточно было бы. Что произойдет? Произойдет ошибка распаковки, питон выдаст вам вот здесь ошибку, скажет, аларм, аларм, аларм. Да, нельзя. Не совпадает количество объектов. А если нельзя, но ну очень хочется. Вот я хочу первые, например, три буквы, первые три буквы вытащить. Да? Соответственно. Все равно. Я понимаю, что там еще могут быть остальные, но мне их под ковер как-то бы замести. Я сейчас не... Да, я, я могу сказать, а, конечно, есть же срезы строк. Давайте про срезы чуть позже. Это лучше на практике изучать. Я покажу и тут же сотру. Сейчас это не моя задача. Я хочу сделать распаковкой первые три элемента сюда, потому что иногда эти объекты не имеют срезов. Иногда бывает, что у утерированных срезы не предусмотрены, они это не умеют. А, я сюда вставлю звездочку и напишу слово «рест». Это я придумал это слово. Это новое имя, которое тоже появилось. Этих имен x, y, z не существовало. В питоне не надо объявлять переменные. Ты именем просто начинаешь пользоваться. Как, не знаю, там условно Адам увидел животное, говорит, о, жираф. Да? Нарекаю тебя жирафом, а ты коза. А ты вот. Вот я вот нарекаю имя. Присваивание это наречение имен. я нарекаю имена. X, Y, Z это... Только почему-то перед рез стоит звездочка. Что это такое? Это означает запаковку. Запаковку. Но во что? Вот если я спрошу x, y, z, это будет a, b, c, соответственно, по одной буковке, но тип будет строка. Кстати, элемент строки – строка ну, в смысле, вот элемент, который из нее достается, да, это, по сути, микросрез строки длиной в один. Строка длины один. Нет отдельного типа char, нет типа символ. Поэтому имя char можно пользовать как свое имя, переменной, ну, в смысле, имя можно просто пользовать. Но если я спрошу, подождите, а кто такой rest? Ну, принтану его, например. Давайте распечатаем, посмотрим, что же туда пошло. Я обнаружу, я тут в комментарии напишу, что там не D и e, F как строка, а это будет выглядеть вот так. Это что-то новый зверь какой-то в квадратных скобках. Да, товарищи, это список. Ну, если я принтану его тип, ну, я сейчас как будто это в интерпретаторе сделаю, да, я спрошу type rest, то он скажет, товарищи, что я являюсь классом list. Слушайте, все класс в Питоне все является объектом, а значит имеет тип класс. Это сейчас не даже не важно, нам сейчас важно, что это список. Оказ, вот мы уже познакомились стапл, лист и, соответственно, ну, строкой и числом. Так, ладно, друзья, с итерируемыми объектами и что с ними можно еще делать, мы познакомимся позже. Пока мы на вот этой распаковке я бы хотел чуть-чуть приостановиться приостановиться и дальше сильно не пойти. Что я хочу сказать? Что с итерируем... Пока Знайте следующее, что итерируемые объекты можно, я люблю сравнивать, доить как корову. При помощи чего? Отвечаю, при помощи цикла for. Вообще первичное определение, что такое итерируемый объект, если не погружаться в классы, методы и всякую хрень, а по-простому сказать, что вот какой объект является итерируемым. Да, вот я смотрю на какой-то объект, говорю, итерируемый он или нет. Самое простое, беги по нему циклом for. Попробуй по нему побежать при помощи цикла for. For x in a. Вот если вот это вот a, Получается вот так вот расчехлять, да, и что-то из него выпадает, значит, это и есть итерируемый объект. Значит, он поддается распаковке вот так подобного типа, да, могут быть ошибки, слишком много в нем элементов, слишком мало, может быть, но он поддается этому. Да, его можно передавать туда, где ждут объект типа последовательность. Ну, бывают функции, которые ждут объект типа последовательность. Например, я могу сделать список при помощи, вот сказать, лист и засунуть туда строку. И в результате у меня получится список на основе того, что выпадет из этой строки. Из нее выпадут буковки при последовательном взять. Соответственно, for x in, например, s, в этом случае у меня каждый раз x будет новой буковкой этой строки. То есть он побежит по ним, пока строка не закончится. В связи с этим у цикла for есть интересная специфика. Если я напишу вот так вот, у него не возникнет никаких сомнений. Он переведет эти значения именно в режиме 1, 2, 3, 1. Если я, я сейчас специально выпендрюсь 1, 5, давайте 2, 4, 3. Пожалуйста, когда-то, когда я только начинал сталкиваться с Python, такие возможности меня впечатляли. Я так это... Вот напишите, пожалуйста, на языке C ⁇ или Pascal или какой вы хотите. Напишите на нем программу, которая выводит квадраты чисел от 1 до 5, но именно вот в этом порядке. 1, 5, 2, 4, 3. И на языке программирования C ⁇ это будет целая песня это написать. Include его stream using namespace std. Ладно, даже если без этого хотим std каждый раз, пожалуйста. Int main. Открыли фигурную скобку тела программы. Так, подождите, мне же нужно как-то эти числа записать. Если я не хочу писать это тупой последовательность в цикле, ну, надо, наверное, контейнер какой-то. Ага, возвращаемся назад, include, не знаю, там, лист или вектор. Создаем вектор типа целое число квадратных скоб int, называем его, например, а, равно, перечисляем эти числа, дальше цикл for. Слава богу, что есть стандарт 2011 года, и не придется, я еще в те времена, когда только через итераторы, и там столько гадостей попало, а я, пожалуйста, это реально вау-эффект. Вот когда человек пописал на C++, а еще и старом C++ до, до 2011 года, то... А что так? Это законно? Вообще так можно? Еще один интересный момент. Если я негодяй такой, я сделал специально сейчас совершенно какие-то дикие вещи. Если вы думаете, что это приведет к ошибке, нет. Я использую переменную x второй раз. Так, вверх нет переменных, переменных не существует. Цикл for сам следит, он из этого итерируемого объекта берет элементы по одному. Цикл for на самом деле втихаря создает итератор по вот этому итерируемому объекту. Как и все плюс-плюс, только все очень элегантно, тихо и молча. Он, делает, и он не перепутает он не будет зацикливаться, это невозможно. Он будет брать ровно по одному каждый раз. Да, имя X будет ссылаться то на этот объект, потом уже сразу же на этот объект, естественно, та ссылка будет забыта, я к той ссылке уже не смогу доступиться. Да? Тем, то есть он, по сути, у меня что получится? 15 единиц выведет мне на экран. Да? Но он ничего не зациклится. Не делайте так. Естественно, что как бы во вложенных циклах вам надо как-то логично использовать другие переменные, но если повторяющиеся значения, плевать все норм. Вообще не, не проблема. Товарищи, нам надо. Еще вперед. Теперь... Теперь... Да, у доски, у меня на самом деле намного веселее, чем сидеть за компом. Так, скажите, пожалуйста, у вас по каким дням информатика? Среда и пять. Среда и пять, то есть у одних до, у других после. А, нет, мы со семестр. С семинары. семинары по средам. По средам, а у другой по, по понедельникам. Да? да, то есть получается, что у вас уже сейчас был второй. И по сути у вас нам предстоит третий, да, да, да. то есть вы уже, собственно, и занимались определением простоты числа, разложением на простые множители, писали алгоритмы Евклида. Но... Да, ну, да, там... то... и, и сейчас вам предстоит третий, то есть если вас вперед толкать, а не пытаться повторить сейчас совсем, да, э, я уверен, что то, что я сейчас рассказываю, достаточно ново, ну то есть наверняка, да, это не совсем то, что было на, на занятиях, да. Вот. И неспроста я останавливаюсь. А вот что нам надо, как сказать, если уж вперед вам помочь слегка? Это поговорить про составные типы данных. Ну, слушайте, я вообще скорее собирался вам по второму рассказывать про а, там, логические операции, целочисленную арифметику, про целочисленную арифметику, про отрицательные числа. Вы поняли? Остатки при делении на положительное число всегда являются неотрицательными. Вот. Ладно, давайте, наверное, сейчас я все-таки немножко вперед. Мы поговорим про последовательность. Мне нужно выходить потом, будет на последовательность. Значит, что мне стоит сделать? У меня есть... Сейчас секундочку. 20 минут у меня есть чистых. Значит, мы выйдем сейчас. На однопроходные алгоритмы. Но списки, списки, списки. Давайте я как раз вас подготовлю к спискам. Тогда мы сейчас поговорим уже про списки и про ссылочную модель. Возможно, стоит нам переключиться и все-таки сесть на за компьютер. Давайте, наверное, это сделаем. <клёх> я сейчас... Давайте для начала я сейчас открою режим непосредственно интерпретатора Python. Я добавляю буковку i для того, чтобы у меня была лучшая подсветка синтаксиса и больше будет похоже на Юпитер, которому вы уже знакомы. Значит, я сейчас создам список. Значит, ну он мне тут предлагает всякие варианты, как создать. Пускай будет вот так, ладно. Значит, допустим, я создаю список вот так. Это я делаю список методом прямого перечисления. Да, я спрошу, ты кто такой? Он говорит, я лист. Да? Я могу по списку бежать. Соответственно, print x. Да? И он мне побежал по значениям. То есть список является итерируемым объектом. Да? Так, замечательно. Что еще нам надо... Сейчас, секундочку, чтобы что я должен вам показать. Вот. Значит, самая сложная вещь, которую трудно осознать, она вот такая. Я говорю, b равно a. Да? b кто такой? Вот он. а кто такой? Вот он. Вот они. Да? Я список, в отличие от строки и числа, является изменяемым объектом. Это означает, что я могу положить туда какое-то значение. Ну, например, а нулевом равно 1000. Давайте посмотрим. Изменился он? Изменился. Изменился. Но сейчас самый главный шок. Я спрашиваю, А Б тоже изменился. Вот этот момент откровения. Как? Почему? Я менял А, а поменялся Б. Но здесь надо понимать, вот если Дантес убил на дуэли Пушкина, то он убил и Белкина. Если он внес изменения в одно физическое тело, да, в один объект, да, субъект, вот, соответственно, известный под одним именем, да, то повести Белкина, если не ошибаюсь, да, их же написал тоже Пушкин. Да, Правильно? Дима а? Александр, я А? Александр Дима тоже Пушкин. Не знаю, нет. Псевдоним. Псевдоним. То есть у нас на самом но, но фишка-то в том, что оригинальное имя А абсолютно такой же псевдоним. И в Питоне нет никакого обез... вот самого-самого вот центрального имени. Если ты на объект ссылаешься при помощи какого-то имени, то это абсолютно равноправная ссылка. Соответственно, если я сейчас уничтожу имя А, то объект, который известен под именами сейчас и А, и Б, не перестанет существовать. Вопрос, как мне это узнать? Для этого есть специальный оператор из. Надо сказать, что это я могу сейчас изготовить копию А. Я явным образом скажу А.копи. В данном случае я говорю объекту А. Изготовь своего клона. И уже на него ссылаюсь именем С. Вот он С. Да? Вот он А. Я говорю, а это б, он говорит, да. Я говорю, а это с, false. То есть у меня два объекта могут равняться друг другу, ну, равно-равно, для списка тоже работает. Он делает поэлементное сравнение, у нас в списке должны быть равной длины и одинаковых элементов. True. Да? Но это тот же сам объект? Нет. Соответственно, если я Поменяю А, например, в элемент с индексом 1. А, кстати, обратили внимание, что первый элемент имеет индекс 0. Значит, соответственно, индекс 1 это будет второй элемент. Во Франции говорят так, этажи в лифтах считают. Это в наших лифтах. Первый этаж, второй, третий, А вниз минус первый. А где же 0? А у Франции там норм. Нулевой, да, а летаж это надстройка. Первая надстройка, да. Вот. это очень логично, по-моему. Но самый шок у меня был, когда я узнал, что у них в натуральных числах ноль присутствует. Во, а? Прекрасно строится аналогичная математика. Почему нет? Это вы привыкли к своим определениям. Во французских? Нет, это допустимо с точки зрения математической, если внимательно про это подумать. Более того, у нас тоже, в принципе, существует вариант как-то написания n с ноликом, чтобы пояснить, что имеется в виду французский натуральный, ну, в смысле, натуральный и ноль. Это, в принципе, нормальная ситуация, не надо переживать за это слишком сильно. Вот, но смысл, что я сейчас в а 1 хочу положить что-нибудь, там 2000, давайте. Так вот, посмотрите, а поменялся, б поменялся, а C не поменялся, потому что это другой объект. Но... В питоне есть еще один механизм. Я могу спросить: предъяви свой паспорт, ID. А ну-ка идентификатор на стол. Ага, вот вы и попались, у вас одинаковый идентификатор. То есть, по сути, когда я спрашиваю А, это Б, это то же самое, как я спрашиваю, идентификатор А равняется идентификатору Б. Я сравниваю не по значениям, а по, паспорту. Естественно, кстати, если объекты огромные, то сравнение равно-равно происходит долго. А еще есть фишка, а что если объекты разных типов? Вот давайте я сейчас сделаю у x объект типа число, а у y значение типа nan ничего. В питоне есть специальный объект типа ничего. Ты кто такой? Ты кто такой? Я нон У нон даже хуже, чем у бул. Есть логический тип. Ну условно я могу сказать z равно э, 2 плюс 2 равно 4. Знаете этот программистский анекдот, да? Чему равно 2 плюс 2 равно 4? Не слышали? Ну что, правда? 2 плюс 2 равно 4, это правда. вот, чему равно 2 плюс 2 равно равно 4? True а 2 плюс 2 равно равно 5? Да, 2 плюс 2 равно равно 5. False. Да? Норм. Есть логические то есть высказывания, написано, в котором написано больше-меньше. Это не утверждение, под которым я подписываюсь, а это утверждение, которое надо проверить, правда-неправда, вычислить, проверить и записать эту информацию куда-то. Так вот, даже у элемента, если я спрошу, ты кто такой, Z, он скажет, я бул. Логически, в честь Джона Буля, английского ученого логика, булевский тип. Но даже у булевского типа есть два состояния правда или ложь третьего не дано, но у nan type одно значение nan. Зачем же ты нужен nan? Зачем же ты нужен? Как я его распечатываю, как бы, репрезентация nan вообще ничего, да? print y даст мне слово nan, да? Зачем же это надо? Во-первых, функции, которые ничего не возвращают, возвращают на самом деле nan, да? То есть если, уж если так. А еще Бывает ситуация, когда мне надо а, в, в нечто положить пустоту. То есть имя должно существовать, объекта нет, а так нельзя. Тогда он ссылается на этот объект. Но для чего это рассказывает? Дело в том, что я не могу сравнивать числа и нан. Ну, скажем так, или там, не знаю, список. Ну, он пишет False, да, но это, скажем так, не совсем правильно, идеологически неправильно. Правильно спрашивать вот так. x это нан, да? y это нан, именно через из. Да? Тогда это не арифметическое какое-то сравнение, а именно сравнение из. Да? Вот вот такая логика. Ладно, ну, видите, он там не ошибается, в принципе, но лучше делать, как, как говорят классики. Итак, вы осознали, что такое суть вот, присваивания в элемент списка. Да? У списков есть, ну, вам это расскажут, отрицательные индексы. Если я туда положу, если я положу туда что-нибудь, да, то это отразится что минус 1 – это последний элемент, то есть вторичная индексация от конца. На самом деле у списка ведь есть длина. Лен А. Как у строки я могу спросить какой-то длины при помощи функции лен. Так и у списка А я могу спросить, а какой то длины. Да? По сути, А минус 1 – это то же самое, как если бы сказал А в скобках лен А минус 1. А? Понятно? Так, а теперь давайте вот что. А что если, давайте я сделаю новый список покороче. 1, 2, 3, 4, 5. Замечательно. Вот такой список у меня. А б будет у меня, ну давайте я сделаю его иначе. Я сделаю его списком, который будет взят на основе значений функции range от 3 до 0 с шагом минус 1. Range знаете, что такое? Генератор арифметических прогрессий. От старта 0, 3 до стопа 0 не включительно. С шага минус 1. Ну, у меня что там, 3, 2, 1. И я сейчас скажу: а можно ли операцию А плюс Б? Почему у меня такая идея возникла? Во-первых, я потому что знаю, а второе, даже если я не знаю, посмотрите внимательно. У объекта в режиме интерпретации можно спросить: а ты что умеешь? Дир А. И он мне выдает списком... Что он умеет? Вот эти методы называются магическими, magic методы. Каждый из них, их вызывать нельзя просто так. Но каждый из них что-то говорит. Add, значит, можно складывать. Del item, можно удалять элемент у него. Да? Значит, contains, можно проверять, значит, in оператор, да? что что-то в нем лежит. Len, значит к нему применима функция длины. Вы потихонечку начнете осознавать, какие а, вот эти магические методы за что отвечают. Set item, значит можно присваивать этому элементу значение. Понятно? Reverse, значит к нему можно применять функцию reverse, кто это умеет. Вот. А вот эти методы не магические, то есть мы их сможем применять просто так. И еще раз, это без всякого интернета, просто вот у вас интерпретатор на ходу, вы взяли его, открыли, спросили, так, список, ну-ка, dir а, и он вам расскажет. Но еще прикольно то, что я могу еще и help спросить. Вот я смотрю, ага, есть такой метод extend, а что он делает, мне интересно, или count, давайте count запустим, что ты делаешь, а, точка count, help, скажи про себя, и он говорит, count, value, Method of built-in list instance return number of occurrences of value. Все понятно, вы же по-английски читаете. Вот и все, сразу понятно. Правда? Классная штука help, встроенный help, который вам про много чего рассказывает. Понимаете? Ладно, давайте дальше. <coughs> На самом деле, даже с числами это уже интересно. Вот я спрошу про число. Между прочим, help, даже если я не подключил, я могу и так спросить. Help, соответственно, int, да? И он скажет, вот класс int в модуле built-ins, И я такой смотрю, как делаются целые числа, например, из строки. Да? x конвертит из этого вот, пытаясь использовать его способ интования, значит, отрезает для дробных чисел, отрезает по направлению к нулю лишние дробные знаки всякие. Если не число, то а строка, он пытается как интеджер литерал воспринять. Ну, короче. Но, товарищи, есть там такая штука, как бы и заказывается, которая валидный до 36 ичной системы счисления. Это разные системы счисления. Оказывается, даже вот про инт можно узнать, что новое. Да, то есть можно интовать число, например, давайте, зеро. Если вы думаете, что zero это 0 это ноль, в 36-ти системе члений. Вы ошибаетесь. Это цифра Z, цифра I, цифра R, цифра 0. Каждая умножается на 36 нужное число раз. Цифра z это 35. То есть это 35. Цифра 35. Да? Значит, I это. А, сейчас, И. I... А, ну, это понятно. И это 14. Да? 35 умножить на 36 в кубе. Так, И это, что я сказал? 14 значит умножить на 36 в квадрате дальше это r не помню r. я вычислю это сейчас я возьму порядок ее в кодовой таблице минус местоположение буквы а и плюс значение цифры а 10 я прошу прощения мне сложно быстро вычислить значение цифры r я его вычислю. Значит, домножить на 36 уже в степени 1 и плюс значение цифры О. Боже мой, тоже не могу быстро посчитать. Потому что у цифры А значение 10. А начинает, ну, у нас последняя цифра, которая арабская есть, она 9. А означает десятку. Цифра, вот так, o, этот, код буквы О минус код буквы А. Я прошу прощения, что я, это, я даже не пояснял, что такое орд. Но Та -дам! Ну, я просто заодно сейчас задену систему исчисления позиционной. Напомню, что такая тема вообще существует в информатике. Будем считать, что мы прошли систему исчисления. Ладно, не совсем. Что-то нам еще может с этим понадобиться делать. А, а сейчас что мы делаем? Мы возвращаемся к строкам, потому что я кое-что должен успеть показать. Итак, со строками можно делать сложение. Только это сложение ничего не складывает. Оно конкатенирует. Это конкатенация. То есть оказывается списки складываются так же, как складываются строки. Методом приклеивания друг к другу. Естественно, в этом случае а плюс b не равно b плюс Да? в смысле конкатинации плюс вообще не коммутативен. Но интересно, что еще было там, когда дир вверху мелькнул для списка, там еще было умножение и мул, А, и мул. Что это такое, товарищи? Можно, значит, умножать списки, а вот нет. Нет. А вот нельзя умножать списки. Список можно умножать на что? Sequence by non-int это ошибка. Значит, надо умножать на int, товарищи. На int надо умножать. Опа! Я умножил на 2. А логика понятна. Повторение. Если конкатинация a плюс а приклеит а к самому а, то a умножить на 2 это то же самое. Повторить а два раза. Ребята, смотрите, я теперь смогу создавать длинные списки. Список из 100 нулей, например. Да? Вот так вот. А да? равно 0 умножить на 100. Да? Я сделал список, в котором был один элемент. Но тут же говорю: конкотинируй сам себя к себе 100 раз. Ну, в смысле, 99, то есть приклеить. Да? И что в результате? У меня есть вот такой вот список. Да? Он, естественно, изменяемый. Я могу побежать I in range, len A да, и что-то туда поназакладывать, да, в зависимости от i. Значит, а и ты равно, там, не знаю, и в квадрате. Ну, и можно было как-то по-другому это сделать, ну, допустим, да? Давайте распечатаем а. Вот она. Та-дам! Квадраты чисел. Замечательно. Надо сделать длинный список методом конкатинации, можно его быстро породить. Ясно? Нравится? Замечательно. Товарищи, а что если я, что я могу класть в список? Вот в том, списки еще и заразы изменяемые. Я могу не только изменяемые значения, они еще и расширяемые по длине. Вот я сделаю список B. B, где ты? B, маленький B. А я скажу ему, append туда. Давай туда добавим 4. И у меня добавляется в конец. Тут есть дело такая штука списки питоновские устроены так, что легко добавлять только в конец, дешево. Он на самом деле обладает оператором insert, который негодник работает долго. То есть я могу сказать, вставь десятку в позицию 0. И он, естественно, эй, ой, нет, я прошу прощения, я ошибся. В начале позиция в начале позиция, в нулевую позицию, а потом кого? Давай, в нулевую позицию добавь мне 100. И он, естественно, всех двигает. Если ему для этого надо подвинуть, он их двигает. Да? А могу ли я вот таким образом сейчас вставить в список B, неважно, при помощи append или insert, список B? Да. Да. Я надеюсь на маленький взрыв мозга. Нет. Это связанный список типа кольцо, состоящий из одного звена. В списке появилась ссылка. В списке появилась ссылка на самое себя. Список ссылается сам на себя. Один из его элементов это сам список. Может ли множество быть собственным элементом? Было бы время, я бы вам грохнул мозг с этим парадоксом. С кем? Намотание. А, как хорошо, молодцы какие. Так вот, люди, во-первых, список может содержать списки, но, тут важно слово содержать, список вообще ничего не содержит. Список на самом деле является списком ссылок, аналогичных именам. То есть там просто ссылка, которая ссылается на... А в чем проблема тогда? Ссылочная модель. Поэтому что? У нас нет типа элемента. У каждого элемента может быть разный тип. Лучше так не делать. Но самое главное, элементами списка могут быть списки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, я вот делаю списки. У меня А, это кто? Это список. Список списков. Получается нечто похожее на двумерный массив. Правда, мне придется очень странным образом по нему так бежать. Лен А, да, это как бы я бегу построчно. Потому что у меня будет len a равно 3 всего лишь, да? А здесь я скажу 4k in range, ну, а то здесь мне придется брать длину кого? Первой строки. А возникает вопрос, а вдруг строки разной длины? LEN. Кто сказал, что... А? LEN. Да, лучше len и. Но кто сказал, что они равны длины? На самом деле не факт. Не факт. Там могут быть списки разной длины, в том числе пустая какая елочка какая-то. Значит, ладно. И что я буду делать? Я буду печатать, соответственно, на а, и, ты, к, Только обратите внимание, что вот здесь на самом деле можно даже скобки поставить. То есть, когда я говорю а, и, ты, к, имеется в виду, вот я взял а, и, ты, и у него взял уже как у строки. Я могу в отдельную строчку сказать, ро, ну, в смысле ряд, равно а, и, ты, а потом ро катый элемент брать. Понятно? Но я сейчас просто скобочки поставлю, хотя так люди обычно не делают, я его принтану сейчас. Да? я увижу, ну я сейчас их подряд вижу, потому что я а, не довел до конца эту идею, and пустая строка, а лучше пробел. Значит, а здесь сделаем print, вот здесь вот, print просто так, чтобы он мне это таким квадратиком нарисовал. Но вроде ура, у меня двумерный массив, никакой это не двумерный массив, это список списков. Это эмуляция двумерного массива, причем плохая. В нампе будет лучше. Но питоне другого нету. Пользуемся чем, что есть. Список списков в качестве двумерного массива. Товарищи, как неправильно сделать двумерный массив? Я такой говорю, о, я же вот так вот могу сделать себе длинный массивчик, да? Ну, давайте я там поменьше его немножко сделаю, да? Пожалуйста. А могу я сделать вот так список списков? Я сделаю список, в котором у меня будет 1, 2, 3, да? как список, содержащий одну строку. Формально двумерный, да, список, но в нем один список. Я говорю, замечательно, и повторите это три раза. Ну-ка, вроде работает, вроде работает, так вроде можно. Я сразу вам подскажу. А нулевой идентификатор равен идентификатору А первого. О чем это мне говорит? А нулевой это и есть А первый. Список содержит ссылки на объекты, а если эти объекты изменяемые, как, например, список, то может произойти вот такая интересная штука. Я А нулевой нулевой. А нулевой нулевой, кладу значение, ну, например, 100. Смотрю на список А. Но ну, вы это видели, когда я сделал B равно А, да? когда я вот имя альтернативное дал. А здесь та же история, просто вот у меня разные строки, на самом деле суть одна строка. Объект тот же самый, просто ссылки ссылаются. Я надеюсь, что я пелену с ваших глаз снял, вы как-то более-менее со ссылочной моделью так познакомились, и когда вы будете работать в, уже в классе, не будет слишком больших шоков. Мы при, вынуждены будем к ней еще возвращаться, а пока все, включаем свет и заканчиваем наше занятие 10.28. Спасибо вам большое.